Для тех, кто ходит в лес, совершенно справедлива очень простая поговорка. Сколь веревочка не веся, а поймаешь ты клеща. Вот и я, спустя аж 30 лет после крайнего по времени для меня клеща, я вновь словил его. Ну хорошо, хоть не в срамное место, но рядом с ним, на правом бедре, на внешней стороне. Сейчас я попытаюсь его вытащить. Этот зараза сидит вот здесь. Видите, вот мое бедро. Он притаился тут. Сейчас я буду снимать. Ну, попытаюсь в кадре снять штаны. Не побоюсь этого слова. И вам все продемонстрировать. Я сижу на склоне корки немецкого опорного пункта. Вдоволь избитого раскопами и взрывами. Вот сейчас будем заводить ниточку. Окружать ее заботой, то есть вокруг клеща сейчас мы завяжем ниточку и будем крутить против часовой стрелки, а потом обеззаразим вот этой чудной штукой, поскольку спирта с собой нет, но есть вот такой противокомариный ингредиент, называется рефтомид. Великолепная штука, еще аж в 87 году, работая в геологии, мы, бродя по тайге при разведке месторождения, использовали именно рефтомид. Смотрите, а рядом с клещом появился еще один нахлебник на мое тело. Видите, комар, гад, сидит. Сейчас его сгоню, начну убирать клеща. Сейчас мы ему для верности дадим смазку. Тик. Сейчас ему будет клево-клево. А вот мне это как клево. Меня в другую обнаженную ногу. Очень ответственно, подходя к своему делу, начали жарить комары. Ну а я ответственно, подходя к делу утаскивания клеща, сейчас буду расшивать. Видите, я расшиваю вот эту нить. К сожалению, это не простая нитка, а вот такая капроновая, ну, плетеная. Сейчас я ее буду расшивать на ниточке. Вот она, пошла. И сейчас мы ее получим в одиночном виде. Обрезаем. Сейчас ее сделаем, ей обрезание. Так, ну-ка, где у меня тут ножичек справный? Вот он. От фирмы американской Liverman Multitool. Так, обрезаем. Так, ну и погнали пытаться утончить ее. О, зашебуршился, зараза. Зашебуршился. Так, теперь надо ее обвязать вокруг него. Сейчас мы ее истончим, эту ниточку. Уж больно она толстовата. Так, истончили ее. Сейчас мы ее сплетем. Вот так. Сплетем. Так. Сделаем на ней узелочек. Недозатянутый. А затягивать будем на этом гаде. На этой сволочи, понимаешь. Которая решила впиться в меня, попить моей кровушки. Так, узелочек засовываем. Так, вот он. Делаем петелечку. Сейчас эту петелечку будем насаживать на этого гада. Как можно ближе к его башке. Есть. Теперь я накрепко обвязал. Буду, да, вот теперь накрепко обвязано. Теперь буду вращать против часовой стрелки. Потому что он, зараза, впивается по часовой стрелке. Итак, крутим. Есть. Вот он, зараза, полностью вышел. Вам видно? Вот это падла, вот она. Вот это зараза. Вот это зараза. Вот этот сволочь полностью вышел, оставив мне рану, вокруг которой уже имеет место небольшое онемение. Мы его отпустим. Можно, конечно, спалить, но я не буду этого делать. Отпустим его, заразу. А ранку обязательно продезинфицируем сейчас.
рифтамидом. Вы не смотрите на то, что пальцы типа нечистые, типа в лесу все стерильно. Это первое и второе, смотря как человек относится к тому, что он делает. Если он относится к этому просто, как к естественному, да не будет никакого заражения, ничего не будет даже от грязных рук. А если он будет всего бояться и будет стонать, квахтать, ах, руки грязные, не помытые, не стерильно, он точно внесет себе какую-нибудь заразу. А так, как на собаке, все заживет. Сейчас немножко на солнце посидим, пусть это дело впитается. И все, можно продолжать дальше свою жизнь, работу. Вот так легко и просто, думаю, для всех понятно. Можно производить самостоятельное извлечение клеща из собственного тела. Ни для кого это не составит никакого труда, никакой боли. Смею вас уверить, что не нужно нестись галопом по Европам в больницу, сдаваться эскулапам, чтобы они вас там серьезными лицами пытались принять, что-то там сделать. И сделать, в общем, то же самое против часовой стрелки, выкрутить и дезинфицировать рану. Все это вы можете сделать подручными средствами в любом месте, самостоятельно, за исключением мест на теле, куда вы сами руками и глазами своими добраться не сможете. То есть здесь надо просить помощи постороннего человека, желательно близкого, которому будет не стыдно и которого вы не будете стыдиться. У меня был прецедент, когда я доставал клеща у нашего друга, извиняюсь, из самого что ни на есть, как говорят, срамного места. Ничего, не постыдились ни он, ни я. Ну, самое главное, что он не постыдился. А мне-то уж чего. Я свое дело сделал, клеща выдернул, а ему стало хорошо. Чего и вам желаю.